Здравствуйте, дорогие друзья! Все те, кто придерживается кетогенного питания для здоровья и похудения. В своей книге «И есть жир можно» Василий Генералов пропагандирует поедание всяческого мяса, и в том числе субпродуктов. Сегодня речь пойдет о говяжьем легком. В нем содержатся те же самые витамины, что и в самом говяжьем мясе. Из легкого мы сегодня будем готовить рагу с грибами. Итак, легкое замачиваем в холодной воде на 2 часа. Шкурку снять не пытаемся, с сырого легкого это сделать невозможно. Нарезаем на порционные куски. После того, как легкое вымочено и промыто, заливаем холодной водой и все кладем в мультиварку. Закрываем специальной решеткой для приготовления овощей. Прижимаем как следует. Это делается для того, чтобы легкое не всплывало и пена не плыла через край. Ставим на режим тушения на 45 минут. Не забудьте добавить лаврового листика для душистости. Итак, прошло 45 минут. Легкое приготовилось. Достаем его на тарелку. И теперь наша задача вырезать все трубочки и трахеи. После этой процедуры чистую мякоть легкого нарезаем на брусочки. Еще для рагу нам понадобится крупная луковица и какая-нибудь приправа для жарки мяса. Ну и конечно же, так как мы на кето, мы будем жарить все на сале и добавлять грибочки. Грибы можно использовать маринованные, консервированные, либо же свежие, любые по своему вкусу. Нарезанное свиное сало растапливаем на раскаленной сковороде. Нарезаем кусочки по вашему усмотрению, как вы любите. Туда же опускаем нарезанное брусочками отварное легкое. Все перемешиваем. Добавляю по вкусу морскую соль, приправу для жарки мяса, желательно без консервантов, и, конечно же, красный острый перчик. Теперь как следует перемешиваю, закрываю крышкой и жарю до полуготовности. Когда легкое наполовину готово, снимаю крышку и высыпаю туда грибочки. У меня консервированные шампиньоны, поэтому они тоже почти готовы. Сверху добавляю лук. При постоянном помешивании довожу блюдо до полной готовности. Теперь остается только щедро сдобрить его свежим укропчиком. Перемешиваю еще раз, закрываю крышкой, даю настояться минут 10 и все. Блюдо можно подавать. Если вы на кето-питании, то это блюдо самостоятельное. Если же с вами проживает человек, который не придерживается этой диеты, приготовьте ему гарнир в виде картофельного пюре или макарон. Приятного аппетита!